Прекрасное название, замечательное. «Я на похуй». Русский исполнитель и продюсер из Калининграда. Также известный как Kill Kenny, а.к.а. «Я на похуй». «Я на похуй». Да? Ну, конечно же, нет. Конечно же, «Я на похуй». Гоу. Что у нас здесь? У нас тут изображена Тухолис, Супер Трэп. Что это? Мини-альбом, на котором вы можете услышать сплетение Rage Trap с рейвом. Да. Как заявляем сам исполнитель, альбом был записан, сведен и спродюсирован исполнителем в его домашней студии. Звучит очень страшно. Ну, примерно вот так звучит. Примерно вот так звучит. У нас есть один трек. Один трек. Написано следующее. Похуй, гоу. Это альбом. Еле нашкреб работяга 20к. Но все же вот релиз будет 19 апреля. Если есть шанс послушать весь альбом, было бы пиздец охуенно. Вот, бро, та же самая история, да, как и с предыдущим треком. Будет нечестно. Нечестно. Но наглеть не хочется. Респект. Первый трек — приоритет. Обнял, брат. Спасибо, дружище, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за поддержку проекта. Надеюсь, это будет интересно. Если что, друзья, опять же, да, опять же, сейчас вот этот весь релиз, да, вот этот весь релиз. Вот с такими интересными, да, fuck yourself, типа, да, midnight, my pain, сквиртик, да, вот это Марджелла, да, наверное, это Марджелла. Что это, ведьмо, наверное, да, или нет? Блять, СТ, я не понял, у тебя фуц. Не знаю. Вместе, господи, точно. Вместе. Да, вместе, вместе, да, да, вместе. Вместе. Это не Марджелла, да? Маргиелла, блядь. А, ну все, да, Марджелла. Хорошо, отлично. Ну что, все, вы готовы? Я вот готов, например. Fuck yourself, слушаем. Все сделал он сам. Сплошной похуй. Давайте прочитаем, как минимум, да, про него побольше. Известный как да-да-да-да, Лизагуб Максим Игоревич. Писать первый инструментал начал с 2017-го. Ну ладно, это успокаивает, честно говоря. И по сей день уже успел себя попробовать в разных жанрах. От рока до экспериментальной электроники. Ну вот, да-да-да, вот Тухолис. Окей, бро, окей. А сколько времени непосредственно треки и вот это вот все... Вот только начал, да? Только начал. С 24 года. Ну, максимальный фреш. Два слушателя в Яндексе за месяц. На данный момент. Два. Надеюсь, мы будем третьими, четвертыми и пятыми. Let's go. Прошлый псевдоним Тамфлом. Где там? На площадках? Он и его друг. В смысле, он я на похуй и его друг я на похуй, да? Понятненько. А, он его друг, два слушателя. Понятненько, я понял. Слушаем, все, погнали. Семь треков, но мы слушаем первый, один. По хрону, друзья, если вдруг вам будет интересно. Да, второй трек, 1.13, 1.41, 1.42, 1.03, 1.51, 0.43. Ну, то есть, прям, вот, прям, да. Слушаем, fuck yourself. 1.52. Ну, это базированный хрон, посмотрим, что это такое. Открывает нам релиз этим треком. Тебя страшно слушать. Да. Спасибо. Go fuck yourself.
God System. Что-то в этом есть. Я думаю, что вы однозначно забайтились, да ведь? Ну, типа, прикиньте, да, а что там дальше? То есть, это первый трек, да, был? Это был первый трек. Мы от Fuck Yourself'ились. И вот далее, да, далее. Dance like you in my pain, bitch. Dance like you in my pain, squirt, блять. И вот это вот все, да. Да. Что-то есть, бро. Что-то есть. Перегруз сам по себе не нов, конечно. Но что-то в этом есть. Живо ты делаешь. В принципе, ты вытаскиваешь капу настолько, чтобы и более-менее слышно ее было. Бас не съедает ее. Очень правильно по звуку она стоит. Как что удивительно. В том плане, что вот эта вся зернистость, да, ёбнутые верха, они по-другому и не должны быть на таком басе сумасшедшем. Есть в Эдлибах Кай, однозначно. Погружение очень слабое. Именно в сам текст. Ари, они, но знаешь, в чем прикол? Ты как будто нашел свой звук. То есть настолько плохо ты погружаешься. Я слышу, как ты просто говоришь, да, что это прям вообще супер кринж. Но учитывая, как ты отработал свою капу, как будто оно сливается с битом, да. То есть с учетом отвратительнейшего погружения в бит, с учетом достаточно, ну там, пересранного бита, это более-менее звучит, да. Более или менее. Да. Здесь ты, конечно, старался, да, вот максимально на звук, да, концентрацию сделать. Угу. Концовка хорошая. Центр 8 сентября. В общем, да, вот эти все бесконечные, бля, перегрузы. Синты вот эти, да, бля. Не
неплохой эксперимент, пиздец. Неплохой. Это жесткое суп-суп, да, такая суп-суп звучание. Угу. Я не могу, к сожалению, чекнуть другие треки. Да. Вы зато это можете сделать, друзья. Бля, неплохо, бро. Я бы тебя даже взял во фрешмен, если бы ты почище именно погружался, да? Видно, что ты не погружаешься особо. Вот это вот все, да. Ну и так, чтобы ты в кайф сильно не превратился при этом, да? Знаешь, тебе надо, вот удивительно, тебе надо сбалансировать между воскресенским и каем. Вот здесь тебе надо быть. Вот взять по стилям. То есть какая-то гундосость. Такая, бля, я факуюсь only with my hot models. Я. Как-то поддавить, я не знаю, как комфортно тебе сыграть, да? Как комфортно тебе поддурачиться, чтобы и платина не получился, и кто-то вот один из них, чтобы вот какая-то твоя была фишка, еще и с таким свидосом. Бля, что-то есть в этом, короче, знаешь. Smile, bitch, no rich. Money so big. Go fuck yourself. Заебали фальш, не вижу твоей улыбки. Smile on your face. Тяжело, допустим, здесь как-то говорить про текст, да, например, опять же, с учетом ёбнутого перегруза. Даже в рамках жанра, и вот это все заебали улыбки. Блять. От 1 до 10, чат. Что думаете по поводу этого трека? Что касается трендовости, да, опять же. Ну, это нихуя не трендовость. А, ну тут у нас же что думать у нас? Все, все здесь, да, если бы звукорежиссеры, все, все было, все. Вайп минимум 3 балла. Точно, сразу хочу сказать. 4? Нет. 4 нет. Я чувствую, как артист фальшивит. Бля, тяжело ставить оценку этому релизу. 3. Да. Рифмы и образы. Блядь, пиздец. Ну, репетативность хуйни, да? Чек релиз закрыт, фокус на лишь ход мой. Ой. Ну, говно. 5. Оставлю 5. С учетом. Понятно, что на других любых жанрах это было бы здесь. Допустим, 5. Я фастом заценил релизик, очень интересно. Структура ритмика неплохо, правда. Интро нормально, дроп. Так сказать, ямка, блядь, с синтом, да, нормально зашла. Перегруз ёбнутый. Сейчас посмотрим. Куплет, типа, да. Постприпев, припев, баричи, припев второй, да, вот такой. Блять, припев один. Ну, разные, конечно, да, разные парты тоже. Но 7, допустим. Допустим, 7. Не тот трек он выбрал для оценки. Лучше, да, трек есть. Угу. Мая, бро, ты чё? Интересная подборка, да? Пиздец, интересная подборка. Жесть вообще. То есть у нас сумасшедший рок, да? И тайп. Чего только не было. Прикольно. Прикольно. Реально. Реализация стиля. Бля, сложно сказать, дружище. Сложно сказать. Вместе послушать. Не могу послушать вместе. Если вы кайфуете, я очень рад. Реализация стиля.
Индивидуальность, харизма, бро. Три. Да. Четыре. Окей. Но трек один хуй на 3 балла вайбит, прикинь. С учетом всего говна вот этого. Бывает наоборот. Бывают довольно высокие оценки, вообще никакого вайба нет. Шесть. Мне нравится идея, как ты свел свою капу. При этом ёбнутом перегрузе. Да. Фух. Ну вот так. Вот как-то так. Звуковую индивидуальность не учитываем? Нет. Не учитываем. Она, вероятнее, вот здесь учитывается больше. И вот здесь она учитывается, да. В эту сторону, да. Ну, за фишку стиля, окей, накину бал тебе, бро. Допустим. Треки не делись завтра вроде. Лучше вообще никто так не делать, честно. Вот такая не очень удачная оценка получилась. Но вы, для того, чтобы запушить этот релиз, на главный, да, если хотите, чтобы были там рецензии, вот это все, вы можете прямо сейчас пойти, да. А я даже, я, кстати, сделаю кликбейтную заставку. Да. Вы можете пойти сюда прямо сейчас и написать рецензию. Но нормальную. Если напишите какую-то там рафлянную кринжатину, она, конечно же, будет удалена. Вы же знаете, да, мы мерзкие. Вы же знаете, да, мы мерзкие. Да, мы прекрасные. Мы мерзкие, да. Вот так. Спасибо большое, бро. Спасибо. 39. Угу. 39, но мясо. Вот так и напишу на этом, на ютубе. Это интро-релиз. Там треки в 19 раз сильнее. Я очень счастлив за этого артиста. Правда, бро. И если вы послушали и кайфанули, я очень рад. Но, сам понимаешь. Регион Калининграда 39. Серьезно? Ежели так, то это вообще супер база получилась. Во всех смыслах. Настолько мерзкий, что прекрасный. Да. Звучит грязно и очень сыро, но в этом есть потенциал. Да, потому что это звучит живо. Вот как раз мы сегодня об этом говорили, да. Что пусть лучше так звучит. Видите, как вы заинтересовались? Насколько вас это заинтересовало? Вот вроде срань, да? А вы очень заинтересовались. Вот об этом я говорю. А там все довольно ровно. Технически он гораздо сильнее. Но нет, да. Потому что этот звук свой нашел. И сразу, соответственно, по звуку он ушел за оценку вверх. А за какую-то техническую реализацию как артист он ниже. Но по звуку оценка одинакова. В харизме он не погрузился, потому что не умеет. И вайб все равно 3 балла. Сделано хуй пойми как, но интересно. Да, в этом и фишка. Спасибо поэтому.